Так, вот у нас луна, молодая луна, 10 сентября 2021 года, Харьков, 20.04 по Киеву, в Харькове. Дубль 5, по-моему, 6400 ISO. Так, там дальше пошли окна. Совсем низко над горизонтом луна. Ну, в окуляр я вполне себе четко вижу обрез темной стороны луны, не освещенной. То есть больше все-таки света попадает и отражается на нас от поверхности луны, чем просто рассеивается в космосе. Закат. Хорош. Так, и Юпитер-Сатурн. Слева Юпитер, справа Сатурн. Ну, это уже градусов 18 угловых между ними. Конечно, в декабре 20-го было 8 угловых минут. Получилось у меня снять. В общем-то, спасибо погоде. В декабре 2020 года 1 359 000 000 км. Очень все снежит, рябит. Ну, 6400 ISO, ребятки. Никуда не денешься. Искусственное завышение. Освещенности. Так, спутнички пошли. Европа. Ио, Юпитер, убираю выдержку, посмотрим, что здесь получится. Ой, ужасно. Ну и ждем Каллиста с Ганимедом. Какой жуткий пересвет. Все сияет, как солнце. Ну, в принципе, будь Юпитер 80 раз больше нынешней своей массы, этот газовый гигант стал бы натурально вторым солнцем в нашей двусолнечной. Тогда уже системе жалко нас бы не было понаслаждаться этим зрелищем. Хорошо, Каллиста и Ганимед зафиксирован. Вчера было два спутника. И у Европы остальные были спрятаны за Юпитером. Ну ладно, скажем нашему месяцу, не сентябрь, а лунному. Ну, уже на фоне проводов, да? Да, это уже провода. Ну как, либо на провода, либо на линию терминатора, либо на провода у терминатора. 20.09 по Киеву, в Харькове.
10 сентября 2021 год, Харьков. Ну, наверное, так.